родственники, друзья, знакомые. Собрало нас сегодня печальное событие. На 90-м году в своей жизни покинула нас Екатерина Акиваровна Ким. Односельчане, жители колхоза Свердлова Ташкентской области, а также корейская диаспора Советского Союза понесла невосполнимую утрату. Ушла от нас Екатерина Акиваровна. Мы-то ее помним с детства, но многие знают ее как героя социалистического труда. Самая молодая героиня среди корейцев. Она и ушла последней. Это последняя героиня соцтруда среди корейцев. На этом эпоха героев корейцев социалистического труда закончилась. Должен сказать, Екатерина Акиваровна работала, я не знаю, мало мужчин, которые могли с ней сравниться. 18 лет она получила орден Трудового Красного Знамени. Не каждый мужчина мог получить. И вот, неполные 23 года, она становится героем социалистического труда. Никто из россиян до сих пор не помнит, не верит, когда им объясняют, что у нас такая героиня была. Всероссийская организация, общественная организация «Трудовая доблесть России» не поверили. Заместитель председателя этого общества Батенков, герой соцтруда, когда он узнал на нашей конференции, все помнят, что героев корейцев 206, он не поверил. И вот буквально месяца два назад я председателю этого общества преподнес фотографию, где у нас герои социалистического труда нашего колхоза, 15 человек. Но когда я сказал, что у нас еще 6 человек не вошли в фотографию, что у нас живая героиня социалистического труда, они прямо воспрянули. Давайте, героиню мы будем чествовать. Уже готовились грамоты, все-таки почетные. Но жизнь распорядилась по-своему. Екатерина Акиваровна покинула нас. Трудно говорить. Кто-нибудь пишет, он такое, все знают. Ну, как утешиться, когда покидают нас родные люди? Должен от имени общества «Коминлен», которое, членами которой являются многие ребята, со всех сторон присылают соболезнования. Соболезнования прислали Сусурийская, Ноиндан, Ан, Никита. Николай Петрович Пак, другого общества. Приморские корейцы. Отовсюду идут соболезнования. Потому что Екатерина Акиваровна была действительно известна всему Советскому Союзу. Не только России, а Советскому Союзу. Потому что она была героиней Советского Союза. Светлая память о Екатерине Акиваровне будет храниться не только в сердцах родных, но и нас, близких, односельчан, друзей ее. И пока эта память жива в наших сердцах, я думаю, она живая. Давайте поднимем бокалы за светлую память Екатерины Акиваровны.